Волшебница Хамура-Тамура. Иногда параллельные миры пересекаются. Том 1. Идея магика-квартет. Рисовка Афра. Молочный шоколад. Эпизод 1. Таймлайн. Рассеянная Мадока. Эпизод 2. Таймлайн. 300 самоцветов души. Эпизод 3. Таймлайн. Кёко и шоколадная фабрика. Эпизод 4. Таймлайн. Двойник. Эпизод 5. Таймлайн. Множество мами. Эпизод 6. Таймлайн. Всевозможная хамура. Эпизод 7. Таймлайн. Почему бы тебе не скушать барашка? Эпизод 8. Таймлайн. Техподдержка. Эпизод 9. Таймлайн. Телевидение. Эпизод 10. Таймлайн. Хамура и ее собака. Я Акими Хамура. Я должна была появиться в тот период, когда Мадока... Канама-сан, я плохо себя чувствую. Не могла бы ты проводить меня до медкабинета? Ясненько, к медсестричке пойдем. Люблю это дело. Что-то здесь не так. Это что, шутка? Дурацкий сон? Что скажешь, Мадока? Все верно, это просто дурацкий сон. Поют. Кажется, нас заперли в этом ужасном сне. Непонятно почему и зачем. Как такое могло случиться с тобой и мной? Отчего же сие случилось только с нами? Стоит ли мне сейчас вмешаться и спасти их? Кажется, им очень весело. Было бы неплохо, если бы вы обе присоединились ко мне. Вы можете спросить меня о чем угодно. Бум-бум-ба-чиз, бум-ба-бум-чиз. Я, эй, маме, ты волшебница? Я. Тайну твою я должна узнать. Мадока, не кривляйся и просто спроси ее. Убиваем ведьм? Так. Эй, Мадока, какое у тебя желание? О чем ты хочешь попросить Кьюбея? Шлеп. Желание просто так не дается. Нужно потом и кровью добиваться желаемого. Мадока. Вперед, Саяко-чан! Наше желание только начинается. Конец. Она хотела нас научить, как правильно сражаться. Маме-сан! Она была такой крутой девочкой. Саяко-чан! Тебя обманули. Ха-ха-ха. Это была шутка. Успех. Шух. Ча! Та-дам. Саяко-чан, откуда такой прикид? Хе-хе-хе. Ну, знаешь, я подумала, что могу получить неплохие перспективы. Разве я не говорила тебе, что только ты можешь исполнить свои желания? Шлеп. Уф. Звяк-звяк, скрежет. Саяко-чан, давай, Саяко-чан. Ты видел, сколько вкусняшек у этой тёлочки? Да тут еды на всю жизнь хватит. Мне кажется... Она умерла! Блин, так и есть. И это... Моя вина? Это все из-за меня? Может, Саяко-чан просто притворяется мертвой? Ладно, ты победила. А теперь вставай. Блин, пульса нет. Она даже не шевельнется. А это значит, она настолько крута, что может даже остановить свое сердце. О чем ты? Не сдавайся! Продолжай говорить с ней! Саяко-чан, ты не узнаешь меня? Уру-ру! Фу! Это я, Мадока! Саяко-чан, ты чё, правда не знаешь, кто я? О! Так значит, мне можно не возвращать тебе те 10 тысяч йен, что я занимала, раз уж она меня не знает. Продолжай звать ее по имени. Эй, Тамура-чан, я могу зайти? Хамура я. Это Вальпурга? Да. И как же так получилось? Я даже понятия не имею, что не так с этой Мадокой. Тамура-чан, ты совсем одна живешь? Я расторгну твой брак с продуктовым магазином. Я приготовлю тебе голубцы, и ты их скушаешь, лады? Ты — это то, что ты ешь.
А еще ты должна убираться в своей комнате. И что это за куча грязных вещей? Она моя мамочка. Да-да. Мама Мадока, зачем ты стала волшебницей? Ты же мне обещала. Ты же говорила, что никогда не станешь волшебницей. Прости, Тамура-чан, понимаешь, я... Тебя обманула, чтоб ты отстала от меня. Шок. Что? Тогда, Мадока, что? Что ты загадала? Да, у меня были тяжелые времена, и печаль меня часто посещала. Но даже когда мне было грустно или больно, мой папочка всегда готовил для меня. Ладно, но что ты загадала, Шух? Вкусный ужин! В итоге я так ничего и не узнала. Я несчетное количество раз возвращалась на месяц назад, дабы спасти Мадоку, пройдя через множество параллельных миров. Но в очередной мой возврат в прошлое я заметила появление некоторых отличий, со временем ставших более заметными. И в данный момент вы можете увидеть все сами. Эпизод 1. Рассеянная Мадока. Таймлайн. Личность Мадоки всегда была неизменной, но... Утречка! Сейчас она стала слегка рассеянной. Эй, а ты кто такая? Мне пришлось 5 раз говорить ей свое имя. И, конечно, она забывала обо всем, что я ей говорила. Ты не должна слушать россказни Кьюбея. Ага, понятно. Заключи со мной контракт. Где поставить подпись? Чё? А спустя 5 секунд она перезагружала свой мозг. А еще есть Саяка Мики, уже ставшая волшебницей на момент моего прибытия. Это я, Киоски. У меня к тебе маленькая просьба, ведь я так тебя люблю. Изменил голос. Ты меня любишь? И она так ведет себя. Ура! Возле ушка. Дура, словно наполовину отупела. И она постоянно теряет свой самоцвет души, обездвижена. Маме Тамоя уже очень опытная волшебница и может продемонстрировать отличные боевые навыки. Бах-бах-бах-бах-бах. Но однажды она наступила на собственный самоцвет души. Грусть. И отошла в мир иной, сверхрассеянная. И только одна из девочек все еще адекватна. Линия производства сладких булочек. Вр-р-р-р-р-р. Ням-ням. Куча вкусняшек. Она самая нормальная из них. В припрыжку. Но все это лишь незначительные проблемы. И мне не важно, что с этой Мадокой. На этот раз я точно спасу ее и смогу наблюдать за ее жизнью. Намура-чан, давай пообедаем вместе. Ты же только что обедала, Мадока. И да, я Хамура. Глянь, Саяка-чан дрыхнет. Снова обездвижена. Но прежде, чем я смогла что-либо сделать, появилась ведьма. Дзу! А за ней и Кёка. Я сокрушу ее. Шух. Заключи со мной контракт. А неплохая идея. Че? За ней нужен глаз да глаз. Щелк-щелк. Ща прибью. Бах-бах-бах-бах-бах. Уставилась. 6 упаковок сухариков. Мики Саяка, кажется, что-то держит в руке. Этикетка с адресом для курьерской службы? Кому? Мишель Цукамото от Саяка Мики. Копия отправителя? Значит, она отправила что-то аккурат перед потерей самоцвета души. Вот блин! Кто ж ты такая? Ты свои мозги каждые несколько минут перезагружаешь. Кажется, она что-то продала в интернете на аукционе. О, вот и копия накладной. Ноут Саяки.
Похоже, в этом мире Микиса Яка та еще дура. Глоть. Если мое чутье меня не обманывает, она отправила... Вы с этим поосторожнее, ладно? Вместе с содержимым и свой самоцвет души. Невероятная рассеянность. Саяка-чан. Вот же ж. Но у меня нет выбора. Мне нужно позвонить в службу доставки. Тогда мы с Мадокой перехватим курьера и все ему объяснив, вернем самоцвет души. А по дороге домой мы можем погулять. Знаешь, было бы неплохо немного отдохнуть. Хе-хе-хе. Хамура ужасно устала. Хамура-чан, Хамура-чан, Хамура-чан. Отлично. Да, было бы неплохо. Хе-хе-хе. Мадока! Кимура-чан, у тебя кровь из носа. Я Хамура. Вот что мы должны сделать, чтобы спасти ее. Мы пойдем и вернем ей самоцвет души. Отлично. Пошли же, Симура-чан. Мадока, я Хамура. Наконец-то я наедине с Мадокой. Ведьма, нам просто убить ее? Саяка Мики превратилась в ведьму? Или же они все объединились с Вальпургой? Ей же еще рано приходить. Так почему? Кажется, я начинаю понимать всю суть этого мира. Глоть. Они все рассеянные. Рассеянная смерть. Рассеянная, трансформировавшаяся ведьма. Рассеянная, приходит на работу выходной. Что? Разве я не милая, Хамура-чан? Контракт заключен, и я Хамура. Что она сотворила? Я же только на секунду оставила ее одну в трансе. Я снова не смогла уберечь ее от загребущих лап Кьюбея. Мадока, что же ты загадала? Печь для такояки. Цена 1980 йен, включая налог. Что ж, теперь остается только уничтожить всех ведьм. Симамура-чан! Бабах! С трудом натягивает лук. Давай сражаться вместе! Шум. Я Хамура. Ой, пью. Бух. Гул. Только твоей сверхрассеянной суперсилы мне не хватало. Снова. Я не смогла спасти Мадоку. Интересно, каким будет мир в следующий раз? Шу. Два самоцвета души. Период Edit Ivy Forever. Спасибо, если досмотрели и дослушали до конца.